Уважаемые зрители, жители города Рубежно, а также гости города Рубежно, хочу поздравить всех с праздником Дня области, Дня Луганской области. Добро пожаловать на территорию силы! Участник турнира Лиги Аматоров 2016 КМС по пауэрлифтингу. Шатров Александр, спортсмен из города Рубежно. Участник и призер этапов Лиги Аматоров 2016-17 годов КМС по пауэрлифтингу. А следующий выходит Дубовой Александр. Представляет сразу два города. Город Кременная и город Рубежная. Президент Федерации силовых видов спорта. Мастер спорта Украины. Член национальной сборной по силовому экстриму. Рекордсмен книги рекордов Украины 2016 года. А слово предоставляется градоначальнику, мэру города Рубежно, Хвортину Сергею Ивановичу. Добрый день, дорогие рубежане. По поручению Юрия Ивановича Гарбуза с удовольствием представляю самых сильных людей Луганщины, наших богатырей. Те, которые сегодня покажут свои спортивные достижения, те, которые сегодня будут побеждать. Всем рубежанам, луганчанам, счастья, здоровья, удачи. Всех с праздником. Спасибо вам. И, конечно же, по традиции я хотел бы начать наш праздник с самой главной песни нашей страны. Конечно же, это нашего гимна. Вес 90 килограмм. Это территория силы. Отделение дзюдо под руководством Романа и Александра Коротких. Аплодисменты маленьким дзюдоистам! Yeah!
10.